Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас игра под названием Снюс. Похоже на название жевательного табака, но это не он. Это приключенческая игра от инди-разработчика. Позволяет нам погрузиться в глубины своего разума или куда-то там еще, я не знаю. Мы выключили компьютер, я так понимаю, закончили рабочий день свой. Горит лампочка, нужно ее тоже выключить, конечно, но нам не позволяют это сделать. Книжечка, кофеечек, все как положено. Похоже больше не на приключение, а на хоррор. Очень темно, летают какие-то частицы в воздухе и стоит какой-то огромный хрен посреди дороги. Моргает лампочка. Здесь тоже такой же дядька сидел наверняка. Бегать я не могу, просто я буду ходить во все стороны. Вот дверь. Значит, я могу туда... Не могу туда пойти. Что это такое? Деревья какие-то, компьютер, наверное, дисплей. Не знаю, что это такое. Вот горит синий свет, значит, нужно сюда идти. Хотя не факт, хотя, значит, может быть, все не так. Так, ладно. Куда меня все вертит-то во все стороны? Я хочу просто встать и стоять. Смерть, 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 смерть. Во. Глаз. Прям смотрит на тебя и дергается, дергается. Вот так, ладно, давай. Страшный какой глаз. Прыгать не могу, ничего не могу. Вообще, могу только ходить. Петли какие-то, виселицы, что... На что я встал сейчас? Это дорожка ковровая такая высокая, что я на нее поднимаюсь. Что происходит вообще? Что в этой игре не так? Что с ней не так? Летают какие-то пентаграммы, что ли, полетело? Ну да, пента полетела. Здорово. А я могу сюда провалить? Нет, я не могу даже сюда провалить. Я встану вот в этот квадрат и буду стоять слушать звуки фортепиано. Какая психоделика-то, что туда все летит? О, это я могу уже, я думаю, это заставка. Блин, неприятно, как вообще я кого-то сдвигаюсь. А я на месте стою. Блин, офигенно, классное чувство. Точнее, нифига не классное, но на самом деле очень раздражающее чувство. Я вроде должен куда-то идти, а никуда не иду. Я просто буду идти в открытые двери. Если будет закрытая дверь, буду возвращаться обратно и... Тук-тук-тук. Надо обойти... Нужно обойти вот так вот со всех... Вот в ту сторону. Блин. Слушай, а туда больше некуда идти, что ли? Вот. Опа. Здорово. Здесь наверняка кто-то был. А, возможно, кто-то и есть. Нас здесь всеми способами пытаются напугать, но нас не напугаешь. Мы прожженные вообще ребята. Да здорово, здорово, я... Тук-тук. Я ничего не могу сделать, поэтому я просто буду... О! Дверь в никуда. После каждого завершенного нами уровня играет вот такая прекрасная музыка. Ну как музыка, это две ноты или три, сколько там... Парк, осень, 40 FPS, 60, ладно. Что-то очень вот эти вот мелкие частички, они играют свою роль, я так хочу заметить. Слышу птичек, я слышу птичек. Значит, ты тоже слышишь птичек. Нужно идти на птичек. Если мы будем идти на птичек... Я думаю, что нам нужно от него бегать. Хотя, чё мы нам от него бегать, да, правильно? Пойдем. Я не думаю, что он нас вообще сможет догнать, потому что, ну... Какой странный человечек. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не могу в ту сторону идти, я могу идти только вот в эту сторону. А следовательно, я должен пойти вот сюда и пойти в другую сторону. Да хорош сзади меня сигналить. Я не могу бежать быстрее, я не могу идти медленнее, я могу просто-напросто ждать.
чего-то. А может просто сдаться ему? Слышь, говна кусок, на, ешь меня. И все. И все, то есть и... Вон он еще один. Здесь где-то есть сад. Их несколько уже. Да ничего он мне не делает, я это понимаю уже, но... Мне нужно вот в этот вот... К звукам прийти. Это какой-то лабиринт, что ли, невидимый? Что происходит вообще? Где-то вот там вот, где горящие лампочки. Где-то там птички поют. А я вот сюда вот не могу пройти. Вот просто не могу пройти. Не могу взять и пройти. Я могу ходить только по дорожкам, что ли? Это типа правильного парка. Знаешь, ты не можешь срезать, не можешь там никуда пойти. Еще и дорожки, они такие, знаешь, они не выделяющиеся абсолютно. Они так... такие невидимые просто. Прям ты идешь по... Вот, я пришел прям уже к птичкам. Вот они, птички-то. Нет, еще не пришел. Вот они, птички. Вот. Вот это здесь источник звука. А куда мне тогда идти-то? Я пришел к птичкам. Что сделать нужно? Что нужно сделать? О. Повеситься. Хорошее решение, да. Может найти того красноглазого этого? Это не в игре, это мимо мотоциклист какой-то проехал. У собака, лето началось у них. Поехали они кататься. О, здорово. Я буду собирать вас. Дерево какое-то здесь ни к силу, ни к городу стоит. Что-то вообще непонятно ничего. Я вроде как бы понял, что делать нужно. Точнее, ничего не понял, что нужно делать. Здесь ни тап, ничего вообще не работает. Здесь просто нужно ходить. Я просто хожу по... О! Вот может к той башне нужно попасть. Или что, это не башня? Что-то там такое светящееся и большое. Срезать я не могу. Следовательно, мне нужно идти до ближайшей дорожки. Дорожка вот она. Башня вот она. Прямо передо мной стоит. Или она настолько бессмысленна, что я сюда приду и ничего не будет? Что нужно сделать? Я не понимаю. Я пришел к птичкам, а они ничего мне не сказали. Птички просто сказали мне чирик-чирик, и я пошел дальше, потому что, ну... Ну да, типа к башне вообще прийти никак нельзя, я так понимаю, потому что туда дорожек даже нету. Вот птички уже поют с левой стороны. С левой стороны птички не могли быть, они были в той стороне. Во. Чё это такое полосатое? М? Чё это такое? Дорог. Чё ща был? Чё это я где сейчас вообще? Что происходит, блядь, вообще, а? Куда мне нужно пойти? Я сквозь текстуру провалился, это я точно понимаю. Вот, видишь, я проваливаюсь сквозь текстуру. Но это вообще не важно особо. Просто мне нужно понять, что же здесь нужно сделать. Куда идти? Что делать? С кем нужно встретиться? Я собрал всех этих трех красных человечков. Они мне ничего не сказали, они мне ничего не сделали. Они мне просто... Просто они стояли и стояли, больше ничего не делали. Это странно, очень-очень странно. Да. Я хожу по дорожкам. Просто нужно ходить по дорожкам. Если будешь ходить по дорожкам, упрешься в дом. Это угол. Все, приехали. Мы не просто приехали. Вообще, вот я иду просто прямо. А он идет вон в ту сторону. Знаешь почему? А потому что... Это конец карты и... Типа дальше ты не попадешь никак. Здорово! Наконец-то, мне уже стало скучно. И ничего не происходит. Как пройти эту игру, блин? Вот они птички поют, вот они птички поют. А, ну, птички, к птичкам просто так не попадешь. Птичкам нужно попасть с помощью вот этой волшебной тропинки.
эта волшебная тропинка ведет к птичкам. Можете сесть посидеть в конце от концов. Должно же быть что-то такое, что приведет меня туда. Может быть и не должно быть, но в конце от концов, что сделать нужно? Просто сейчас наскучит это похождение, и я выйду отсюда. Потому что это как-то, ну, странно, что ли. Я должен пройти все-таки эту игру-то, а не просто так. Птички поют, красноглазые какие-то чуваки ходят. Летает байда всякая в воздухе. Чистить нужно воздух-то. Воздухочистители поставить, все дела там, я не знаю. Заботиться о гражданах. Я не знаю, что говорить. Что здесь можно сказать? Вот птички поют, я пришел к птичкам. Гнездо нужно найти. Что здесь нужно найти? Я, блин, пришел к источнику звука. Смотри. Оп, перетек в правое ухо. Начал где-то здесь. Значит, здесь где-то нужно ходить. И я выхожу уже из этой ерунды, как ее называют. Может, еще центральнее переместиться? А куда центральнее? Я и так в центре стою, по-моему. На самом деле, у меня топографический кретинизм, и я не особо понимаю, где я вообще сейчас нахожусь, потому что я потерялся и заблудился. Я хожу просто по кругу в этом долбанном лабиринте из прозрачных стен. Я не понимаю, что нужно в этой игре сделать. То есть, если до этого момента была одна дорога, я шел просто-напросто ею прямо просто приходил, и больше ничего не происходило. Ну, то есть, больше некуда было свернуть здесь. Был такой расклад. А сейчас, вот в этом уровне, я просто хожу и жду, когда же, наконец, меня отсюда заберут. Не знаю, это прям наскучило мне эта уже игра. Давайте мы просто на этом закончим. И, возможно, я когда-нибудь ее пройду, но я думаю, что это будет без записи. И она не особо интересная, потому что здесь, по факту, здесь нету ничего интересного, что могло бы так это прям вот захватить дух и сказать, слушай, играй в меня прям вот до конца своих дней. Прям вот я интересная игра, и давай. Вот он, просто я пришел. Птички поют еще слева где-то. Но их я уже не найду, потому что, знаешь почему? Потому что там нет дорожки. Я упираюсь во все, что просто есть здесь. Вот, я просто иду. И я не могу туда попасть. То есть я дальше не могу пройти. А здесь я вообще уперся в стену в невидимую. То есть я вот сюда, вот если пройду, то провалюсь в текстуру. Хоп. А по факту здесь все верно. То есть это просто какой-то, знаешь... Может, здесь где-то выход? Чувак какой-то стоит. Обойти, может, с той стороны? Нет, не обойти. Просто здесь выходишь, фонарики маленькими становятся, а я большой, блин. Какие вообще... Ахинея какая-то на самом деле. Вот просто я... Потыкался во все окна уже, во все просто, что можно было, я потыкался. Здесь некуда идти, здесь некуда бежать, здесь нет спасений. Я просто заканчиваю на этом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят, всем пока.